Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! В сегодняшнем видео я расскажу, как правильно чистить ружье, а также как его правильно законсервировать. Чтобы почистить ружье, естественно, нужно приобрести в магазине вот такой наборчик. Тут все есть, вот шомпу мы вот уже собрали, и ёршики с разными там насадками, пластмассовые, железные. Масло щелочное тоже покупаем. Естественно, в магазине оружейном. И от патронника наливаем в стволы, смазываем их. И потом оставляем, чтобы они минут 20 постояли, чтобы весь ствол смазался. В вертикальном положении мы оставим. Смазали наши стволы с этим маслом щелочным. Чуть-чуть подождали, чтобы это масло отъело порох, который у нас во время выстрела. Мы берем насадку мягенькую такую. Хотела вот уточнить, когда будем чистить наш ствол, надо обязательно водить ёршиком в одном направлении от патронника до конца ствола, ни в коем случае не взад вперед. Вот. Ну, для этого мы сейчас, прежде чем почистить на нашу мягенькую ёршик, сейчас намотаем тряпочку. Вот мы намотали сухую тряпочку. И сейчас от патронника к дулу делаем несколько движений, чтобы очистить. Вот видите, посмотрите, какая черная тряпка. Мы будем ее чистить до тех пор, пока тряпочка наша не станет белая. Обращаю внимание, что процесс этой чистки ружья так оставляет кругом следы грязные, поэтому рабочее место свое застелите хорошо, ну, слоев 5 газеты, чтобы масло не смазало вам поверхность. И, кстати, вот ружье еще, ну, советуют чистить, когда купили от заводской, там мало ли что остается в стволах, если вдруг на него попала влага внутрь стволов. И, конечно, если долго стояло, тоже мало ли что будет. А мы вот пока продолжаем. Вот после чистки мы смазываем ружье нейтральным маслом. Мы используем глухарь. Вот видите, мы накапали на мягкий ёршик. И сейчас пройдемся опять по стволу. Это мы смазали этим нейтральным маслом, чтобы, как говорится, для консервации ружья. Потом мы уберем ружье в сейф для следующей охоты. Перед охотой желательно удалить это масло, чтобы оно не горело в стволах при стрельбе. Надеюсь, это видео было полезным. Поэтому подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео, ставьте лайки и до встречи!